Нет, я Лина, и это впервые переживаю, волнуюсь. А что ты переживаешь, волнуюсь? Потому что я буду говорить в камеру. Я очень волнуюсь и очень волнуюсь. Хочешь печенька? Спасибо! Сегодня уже третий день. Да, уже третий день. Так быстро прошли эти дни. Я просто... Да. Да потому что весело, а когда весело, вообще забываешь о времени и проводишь его так, так круто. Весело. Приглашаем всех вас на ретрит. Какие эмоции, какие чувства испытали на ретрите? Очень хорошее чувство. Была встреча с Богом. Видение. Все классно. Спасибо. Здравствуйте. Доброе утро. А вы были ранее на ретритах? Да, это уже, по-моему, 5-й год, как я на ретрите. Это супер время, вообще такое благословенное. Обожаю ретрит. Такое наполнение Богом, вдохновение Духом Святым. Ну, просто нет слов. Очень люблю ретрит, серьезно. Как дела? Хорошо у вас. Хорошо? Как хочешь сделать... Интервью с ним? Вы получили ли вы то, чего ожидали от ретрита? Еще один день, и я думаю, что вчерашний вечер был довольно такой хорошим чувством, что ретрит уже удался. Третий день Одесса мессианского ретрита. Слушай, а для чего ты танцуешь? Ну для чего ты танцуешь? Действие Духа Святого помогает нам увидеть, что происходит в наших собственных жизнях. Do we have a listening ear? Действительно ли у тебя открыты уши к тому, что? And so we want to encourage you to practice the art of spiritual listening. Поэтому мы хотим ободрить вас, чтобы вы использовали вот это искусство духовного слышания. Третий день Одесса мессианского ретрита. Всем привет! Мы здесь на ретрите все вместе с моими родителями. Это здорово. Да. В первый день я наблюдал такую картину. Вот эта девочка, вот, когда мы только приехали, встретила другую девочку, с которой давно не виделись. И это надо было видеть, этот восторг. И для меня вот это и ретрит, когда народ Божий, дети собираются, и они в восторге от того, что происходит, рады видеть друг друга. Как-то так. Мы тоже, как дети, радуемся, когда видим тех, кого видели год назад. Спасибо Богу за ретрит. Приезжайте каждый год, оставляйте все свои проблемы и приезжайте к нам сюда на ретрит. Странные вы люди, все хотите быть звездами, а когда дают микрофон, убегают. Не говорить на камеру. Удачи. Снимайте меня. Мы это тогда выложим. Можно я подготовлюсь, а потом скажу. Третий день Одесского мессианского ретрита. А не могли бы вы ответить на вопрос? Ну, я постараюсь. Касался ли вас Дух Святой на ретрите и видели ли вы видение? Видение не видела, но ожидаем. Конечно, здесь присутствие Божие ощущается, и, конечно, все, кто потеряли такую возможность, я могу только посочувствовать. Привет, как дела? Ну, отлично, тут очень весело. Вчера была молитва, Бог коснулся первый раз, это такие переживания. Я желаю людям, которые еще не были на ретрите, чтобы вы обязательно посетили это место, потому что здесь классно, здесь хорошее время для встречи с Богом. Я благодарю Бога за этот ретрит, потому что очень насыщенно, очень плодотворно. И здесь действительно о характере верующего вот, человека, каким он должен быть. Мне очень искренне жалко вас, что вы не были на ретрите и не получили то благословение, которое Бог приготовил конкретно для вас. Я получила то, что внутри меня было, и это было подтверждение, и это так здорово. Привет!
Я понимаю, что наше время очень быстро бежит. Очень быстро бежит. И кажется, вот только начали, уже заканчивать. Но при всем этом, я вижу, как редеют потихоньку, да? И каждый понимает, что имеет свое время, когда что-то происходит. Отец Небесный, просто во имя Иисуса, вот это последние часы, которые мы имеем все вместе, Господь, мы открыты к Твоей работе, работе Духа Святого. Нам так это необходимо. До рождения, ты стал меня. Говори. Да, на одесском, мессианском, интрите 20-20 вместе. Мы ждем вас. Так говори на одесском. На одесском, мессианском? Ты говоришь одесском, я говорю мессианском, на интрите 20-20. Мы ждем вас на одесском, мессианском, интрите 20-20.